Привет, с вами колесо.ру. Это серия роликов про ассортимент актуальных зимних шин 2021-2022 года. И сегодня это Bridgestone. Поехали! Bridgestone близок DMV3 для кроссоверов, внедорожников и суровой зимы. Размеры с 15 по 22 диаметр. Рейтинг шины 4,8 балла по данным Яндекс.Маркета. Хвалят за управляемость на снежной каше и на асфальте, акустический комфорт и качество исполнения шины, отмечает, что шины стали мягче предыдущего поколения, не потеряв прочность боковин. Рисунок протектора симметричный, направленный, с треугольными блоками и сложной нарезкой ламелями. Четыре продольных канала отвечают за водоотвод, за прочность боковин, двойные каркасы. В третьем поколении шины тормозной путь на льду сократился на 9%, на мокром асфальте на 6%. Ресурс шины увеличился на 25%. Резиновая смесь стала более эластичной и стабильнее на широком диапазоне температур. Bridgestone Blizzak Ice – нешипованные шины для суровой зимы и легковых автомобилей. Размеры с 13 по 19 диаметр. Рейтинг шины – 4,9 балла. Хвалят за следующее. Управляемость на снегу и сухом асфальте, амортизационную мягкость и прочность, акустический комфорт и японское качество. В сравнении с Blizzak VRX у модели Ice тормозной путь сократился на 10%, износостойкость улучшилась на 22%, а уровень шума снизился на 31%, или 1,6 дБ. Рисунок протектора асимметричный, ненаправленный, с отличным сцеплением на снегу. Состав резиновой смеси, как у DMV3, отличная управляемость и акустический комфорт. В боковинах шины двойные каркасы, высокая надежность и ударопрочность. Bridgestone Blizzak Spike 02. Шипованные шины для легковых автомобилей. Размеры с 13 по 20 диаметр. Рейтинг шины 4,6 балла. Хвалят за следующие качества. Хорошее сцепление с дорогой и предсказуемость поведения. Отличную проходимость на снегу. Крепкую посадку шипов и прочную боковину. Шипы с овальной твердосплавной вставкой с увеличенным якорем надежно крепятся в протекторе и повышают безопасность на льду. Уникальная резиновая смесь совместно с направленным рисунком протектора гарантирует стабильную управляемость на зимних дорогах и длительный срок эксплуатации. Двухслойный каркас высокой прочности продлевает жизнь шине и эффективно защищает от боковых повреждений. Bridgestone Blizzak Spike 02 SUV. Для машин с высоким дорожным просветом и суровой зимы. Размера с 15 по 21 диаметр. Рейтинг шины 4,8 балла. Хвалят за следующие качества. Хорошее сцепление на снегу и льду. Крепкую посадку шипов и прочную боковину. Шипы, направленные под определенным углом по направлению движения, гарантируют безопасность движения на льду. Резиновая смесь за счет того, что остается эластичной даже в морозы, обеспечивает плотный контакт с дорожным покрытием. Bridgestone Ice Cruiser 7000S. Шипованные шины для суровой зимы. Обновленная версия легендарных Ice Cruiser 7000. Размеры с 13 по 17 диаметр. Рейтинг шины 4,6 балла. Хвалят за следующие качества. Хорошую проходимость на снегу, прочность и износостойкость. Высокопрочный двухслойный каркас шины защищает от излишней деформации и повреждений. Bridgestone Blizzak LM005. Нешипованные шины для мягкой европейской зимы. Размеры с 14 по 22 диаметр. Рейтинг шины 4,8 балла. Хвалят за следующие качества. Поведение на сухом асфальте. Комфорт. Акустический и амортизационный. Управляемость и предсказуемость. Резиновая смесь насыщена диоксидом кремния, а рисунок протектора с развитым водоотводом и Z-образными канавками обеспечивает отличные показатели на мокром покрытии и снегу. В тестах 2021 года от ADAC шины похвалили за хорошую управляемость на сухом и мокром асфальте. TÜV-SÜD отметили высокое тягловое усилие, короткий тормозной путь и хорошую управляемость на снегу. Автомотор und Sport отметили высокое сцепление, короткий тормозной путь и высокую боковую устойчивость на мокром асфальте. На предоставленной в этой подборке шины распространяется 5 лет гарантии качества от производителя
и 1 год страховки от повреждений на шины Bridgestone с момента покупки. Поставьте лайк этому видео, если оно было полезно. Выбирайте шины грамотно и помните, ваша безопасность – наш главный приоритет. Купить шины, диски, автотовары и записаться на услуги сервиса вы можете на сайте колесо.ру. Ровных вам дорог! Пока!